всем, ребята, кентуха на проводе. Прямо сегодня я зайду на аккаунты ютуберов, у которых 1000 подписчиков, 100 000 подписчиков, 500 000 подписчиков и 1 000 000 подписчиков. Это будет нереально крутое видео, потом прямо эту секунду прожми огромнейший лайк. Обязательно подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. Ну что же, а мы переходим на аккаунт первого ютубера. Ну и первый наш ютубер, у которого 1000 подписчиков, это ютубер с несчитаемым ником. Вот его канал. Ну что же, ребятки, давайте мы сейчас посмотрим, как же живут начинающие ютуберы. Мне очень интересно. Первое, что я вижу, что у него очень-таки неплохой ранг. Но, по всей видимости, он прям отчасти даже киберспортсмен. Не, ну реально, очень хорошее звание. Чемпион, 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 рейнджер. Ну просто элита! Оу май! Ну вообще машина! Просто лучший! Вот я всегда уважал начинающих ютуберов, потому что они играют в Stand-up 2 помимо записи. Так, ну что же, давайте посмотрим, что же ему там пишут личные сообщения. О, прикиньте, какой-то его подписчик пишет. А сегодня вечером стрим будет. Обалдеть, у него даже есть его преданные подписчики. Ну а теперь самое интересное, мы переходим в инвентарь. Давайте смотреть. Обалдеть! У него 1000 подписчиков. У него уже есть М9 байонет Dragon Glass. Обалдеть! Не, ну инвентарь прям очень такие даже не кислый. Сходу 35к. Просто сходу. Еще 79 подорожал. Перчаточки Dragon Glass. Тоже плюс 3к. Обалдеть! Эмочка Bubblegum. 300 голдишки, недорого. Спастейн, то есть сколько стоит? 80 голдишки. Ну, примерно, ребята. О, еще я Карникромансер. Ну, давай же вот за весь этот верхний ряд скинов. Это плюс 2к. Плюс 2к. Что? У него есть АВМ Спорт В2? Даже у меня его нету. Это просто нереально, это просто impossible. Еще и 4 Дрэгона. А сколько сейчас стоит Авиаспорт 2? Ну, это, ребята, сходу плюс 45к. Обалдеть! Вот это инвентарь. Дальше что мы видим? Desert Eagle Dragon с 4 наклейками арканами. Ну, это плюс, давайте, вот за все, что мы видим, это плюс примерно 3к. Вот за все эти скины, все, что мы видим, плюс 3к. Дальше у нас тут рарочки, и тут больше ничего интересного я не вижу. Пошли еще какие-то графики паки, бла-бла-бла. Ну, давай. Давайте еще плюс 1000 за все-все-все это. А ты слышал про Террис Лэнд? Если нет, сейчас расскажу. Террис Лэнд — это самая ожидаемая MMORPG этого года, которая открывает предварительную регистрацию. Выполняйте различные задания и получайте награды. Террис Лэнд предлагает игрокам насладиться классическим фэнтези сложными подземельями. Игра поддерживает две платформы. В игре есть 9 классов и 18 специализаций. Справедливая система сезонов PvE и PvP обеспечивает равные условия для всех игроков в каждом новом сезоне, делая игру доступной и увлекательной для каждого игрока. В этой захватывающей игре ты можешь столкнуться с самим драконом Скверны. Только представь, какой шанс попасть в число избранных игроков. Это игра с огромными возможностями, так что не упусти свой шанс. Регистрируйся прямо сейчас по ссылке в описании и участвуй в предрегистрации, чтобы получить фантастические награды. Не упусти свою удачу, обогати свой игровой опыт вдохновляющими приключениями. На рыночке перепроверяем, на рыночке запросы на продажу. Тут, ребят, ничего нет. Ну что же, итого. Данный аккаунт стоит 89 000 голдишки. Очень даже неплохо для начинающего ютубера. Ну что же, ребятки, а прямо сейчас мы переходим на аккаунт номер 2. И это наш второй аккаунт. Это ютуберша Казашка. Я думаю, многие из вас ее знают. У нее 100 000 подписчиков. И прямо сейчас мы узнаем, как же живут ютуберы, у которых 100к. Первое, что хочу проверить, это клан. Естественно, у нее есть свой клан. А дальше друзья. Абсолютно все друзья забиты. 299 друзей. Ну и самое-самое главное, это инвентарь. Я не хочу тянуть резину, поэтому 3, 2, 1. Let's go, let's get it, погнали! Ребята, настало время расчехлять мой калькулятор, потому что тут целых 1100 предметов, тут нереально дорогие скины, я в этом просто-напросто уверен. Ну что же, давайте посчитаем, сколько же тут пар перчаток. Обалдеть, 5, 10, 15, 18 пар перчаток. Ну и давайте предположим, что в среднем перчатки стоят по 2к пара, 36к, плюс 3к у нас на балансе, это уже 39к.
Идемте дальше. А тут я вижу ножички. Как же их много. Вот это понимаю, ютуберы живут. Вот мажоры-то, да? Как же много тут ножей. Просто посмотрите. Да, тут ножи не самые дорогие, но тем не менее, тут есть M9 Bayonet Long Glaze, тут есть M9 Bayonet Scratch, M9 Bayonet Kama. Тут есть абсолютно все M9. Вот это инвентарь, вот это я понимаю. Ну что же, я сейчас посчитаю, сколько все эти ножички стоят и скажу вам стоимость. Поэтому приготовьте вашу челюху, чтобы она не вылетела. 5 minutes later. Итого, ребята, все эти ножички стоят плюс 80к. Да-да-да! Плюс 80к. Дальше мы дошли до аркана. Тут, ребят, вы посмотрите, что же тут за арканы. Так, плюс 1к. Это дробаш. Дальше AVM Genesis, M400 Track NK, Yaker Dren 100 Track. Тут прям очень много крутых, дорогих скинов. Тут даже есть M4.1 Паладин, который стоит 18к. Обалдеть. Так, ну что же, давайте считать. AVM Genesis 100 Track плюс 5к. M4 NK, ну это где-то 3к, да? Даже 2. Плюс 2к. Дальше Yaker Dren, это у нас плюс 2к. А сколько стоит это M4.1? Я вообще первым в жизни вижу. 7к, вы что, ненормальные? И M4.1 Паладин плюс 17к. Обалдеть. Уже вот это все 153 тысячи. Как же это дорого. Тут даже есть M9 Bayonet Monster. Тут есть АКР ТХ. Ля, какие же тут крутые наклейки. Вот это я понимаю, ютуберы это живут, долбанные миллионеры, ребят. Это вообще нормально, вы видели какие инвентари у ютуберов? Так, ну что же, вы сейчас внимательно все это запомните. Я сейчас все это посчитаю и скажу вам, сколько в итоге стоят все эти скины, которые мы прямо сейчас видим перед собой. 5 minutes later. Итого, ребята, все эти арканы плюс 40. Дальше у нас идут легендарки, но легендарки непростые. Легендарки из Origin коллекции. Считаем. Плюс 5к это Railgun. Сразу сходу плюс 5к. Дальше M16 Мурена плюс 1000. Дальше Гер Некромансер плюс 2к. Обалдеть. Вот это тут инвентарь. Вот это понимаю. Так, это плюс 3к. Так, ребят, ну вот эти вот все легендарочки, что мы видим прямо сейчас на экране, учитывая, что тут очень крутые, дорогие наклейки из Хэллоуин коллекции, вам не показалось? Я просто сам в шоках. Ну, давайте за все это, ну, прикинь, ну, плюс 5к. Обалдеть. Посмотрите, как же много тут разных крутых легендарок. Так, ребят, идемте дальше. Дальше вижу Tech 9 Restless с 4 драгонами. То откуда вы берете эти долбанные, крутые, дорогие наклейки? Обалдеть. Ну, давайте за все это еще плюс 5к. Так, листаем дальше. Я не понимаю, откуда на таких аккаунтах такие наклейки? Вот просто откуда они берутся? Кто-то мне объяснит в конце концов. USP Genesis плюс 2 27 косарей. Ничего себе. АКР Карбон с 4 девилишами. Обалдеть, казашка, ты что, родственница Холдика? Потому что Холдик тоже обожает девилиши. Ну, это, ребята, плюс 6к минимум. Вот это АКР Карбон. АВМ Скретч. И тут тоже 4 наклейки арканы. Плюс 5к сходу. Плюс 5к, я думаю, никто не будет спорить. Даже FNFO Лазер. Обалдеть. Обалдеть. Плюс 17к. Так, окей, идемте дальше. Дальше у нас идут всякие тут брелки, чармки и так далее. Это все, ребята, это все стоит недорого. Но самое дорогое, что есть, это наклейки. Ох, ща посчитаю, сколько все это добро стоит, вот все эти чармики и все эти наклеечки, и скажу вам итоговую стоимость. Итого, ребятки, вот все это добро стоит плюс 15к. Дальше у нас пошли наклейки легендарки. Тут уже подешевле. Наклейки эпики. Тут тоже уже подешевле. Ну, давайте за все эти наклеечки, что я вижу, ну, я думаю, 1015 это 100%. Дальше у нас пошли граффити-паки. Ну, а граффити-паки у нас дешевые, сколько не стоят? Там, по 30 голды или по сколько? А, даже по 10, обалдеть. Ну, прям очень дешевый. Ну, за все эти граффити-паки, их тут тоже очень много, штук 500. Плюс 5к за все эти граффити-паки. Вот прям за все. А, мы забыли проверить рынок. А вдруг тут есть что-то интересное? И знаете что? Конечно же, тут есть что-то интересное. Тут есть очень много крутых скинов. Обалдеть, вы посмотрите. Так, а тут наклейки какие-то есть на этих скинах или нет? Ну, наклейки дешевенькие. Тут, в принципе, наклейками никого не удивишь. Но, тем не менее, тут еще есть куча шарбоксов. Ну, давайте за все это добро вместе с этим шарпкастиком. Ну, это плюс где-то вот все. Плюс 3к. Итого, леди и джентльмен, аккаунт ютубера, у которого 100 тысяч подписчиков, стоит 307 тысяч голдиш. Да-да-да, вам не послышалось. Ну а прямо сейчас мы переходим на аккаунт ютубера, у которого 500 000 подписчиков. Погнали смотреть, что же там интересненькое есть.
Ну и следующий наш ютубер, это ютубер STKill. У него чуть больше, чем 500 тысяч подписчиков. И знаете, что я первое вижу? Первое, что я вижу у него на аккаунте, это галочка. Также хочу обратить ваше внимание, то, что у него хорошие ранги. Он киберспортсмен. Он даже состоит в том самом легендарном клане Saints. Вам не показалось и вам не послышалось. Также я только что спойлерил то, что у него 85 тысяч голдишки просто лежит на аккаунте. Это нечто невозможное. Вначале перейдем к нему в личное сообщение. Посмотрим, что там ему пишут. Так, привет, можно с тобой один на один? Я тебя вынесу. Обалдеть. Дальше ютуберу STKill пишет STKill, то есть его фейк. Что пишет? Поздравляю с 500к. О, видите? Поэтому видео не постанова. Это действительно ютубер, у которого 500 000 подписчиков. Ну что же, а прямо сейчас мы перейдем в инвентарь. 3, 2, 1 и... Так, я, конечно, все понимаю. А сколько тут предметов? 3000 предметов. Сразу сходу плюс 85. Дальше я вижу очень много скорпион боксов. Ну, где-то 1000 на 2. Плюс 2к. А вот теперь начинается сам контент. Вы посмотрите на эту красоту. Вы просто посмотрите на все эти перчаточки. Какая же это имба. Так, ну что же, смотрим. Весь верхний ряд это плюс 5к. Потому что тут недорогие перчатки и относительно недорогие ножички. Дальше идем сюда. Верхний ряд ножей и плюс ВМ Генезис с 4 самураями. Какая же это имба. 4 самурая. Один это ВМ Генезис здесь плюс 8к, потому что я знаю, он точно дорогой. Дальше это дробаш с 4 наклейками арканами. Ого, какой же он красивый. Просто эти наклейки идеально к нему подходят. Ну, это тоже плюс 4к. Дальше М60 меч. Это сколько? Плюс, обалдеть, плюс 12к, потому что тоже наклейки арканы. М9 Бонет Дрэнглайс. Это плюс 35к. Мы уже сегодня это видели. Ну и Флипнай Фроузен плюс 1000. Чтоб понимали, данный аккаунт уже стоит 152 косаря. Так, ребят, дальше у нас есть еще... Ох, ну давайте весь этот верхний ряд. Но это, я думаю, ну, минимум. Плюс 20к, потому что тут очень крутые, дорогие наклейки. Вы просто посмотрите на вот эти вот наклеечки. Я всегда обожаю наклейки самурай. Это мои самые любимые наклейки. А тут скин самурай и наклейки самурай. 4 штуки. Это очень круто. А КР-12 Рио тут тоже, ребят, помимо того, что это очень дорогая аркана, тут тоже 4 наклейки арканы. Подожди, тут вообще песня. Да, эти наклейки этих кроликов не очень дорогие, там где-то каждая стоит по косарю, но тем не менее, это тоже очень круто. Обалдеть, вот это инвентарь-то у людей! Вот люди-то живут! Дальше, АКР Мираж Минейнс. Он стоит 15к, но за счет этих 4 дорогих наклеек, это плюс 18к. 190 тысяч этот аккаунт стоит уже прямо сейчас. О, АКР ТХ, сколько он стоит сейчас? 40к, плюс 40к АКР ТХ! Вот это наклейки, вот это имба, вот это скины! М4-1 статрек Year of the Tiger. Это не реально дорогой скин. Я вам отвечаю. Плюс 90к! Обалдеть. Ну и плюс статрек Вал и Маг-10 Агро, это плюс 5к. Идемте дальше. Так, ну что же, P90 Самурай. Ну это, ребят, где-то плюс коса. Ну, давайте, плюс 2 костря, там прилог дорогой. MP7 Blizzard, 10к. Берецы, 4к, 14к уже. Плюс этот дробаш, это еще он стоит там 1000, это уже 15. И M110, плюс 2000, 17к. То есть вот этот весь верхний ряд, плюс 17к. О, в МТХ! Еще 4 дорогущих наклейки. Вы посмотрите, ребята, все, что мы видим прямо сейчас на экране. Еще есть М4-1 Паладин, АКР Некромансер с 4 наклейками арканами. Вот это же вот-то ютубер, у него инвентарь реально дороже, чем у меня даже. Ура, победа. Ну что же, ребята, давайте мы прямо сейчас просуммируем все эти скины, и я вам скажу итоговую стоимость. Итого, все эти скины с этими нереальными, крутыми, дорогими наклейками, всеми этими брелками, это все плюс 100к. Так, ну что же, что у нас дальше интересненькое? 5-7 Octopus с 4 наклейками из Хэллоуин коллекции. Какая же это имба? Ну это плюс 3к, сходу плюс 3к. Tech-9 Fable, он недорогой, ну давайте плюс 1к за счет наклеек. Дальше, Tech-9 Necromancer, он стоит 16к, плюс 4 дорогих наклейки, плюс 18к. P350 Radiation Statrek, он стоит 16к плюс наклейки. Ну давайте за эти два скина самый-самый минимум, это плюс 22к. Плюс 22к, обалдеть. Этот аккаунт уже стоит почти 500 000. Итого, ребята, вот эти вот скины, что мы видим прямо сейчас на экране, они стоят плюс 5к. Плюс 5к, потому что тут крутые, дорогие наклейки. Реально, я не знаю, откуда вы, STKill, брат, откуда ты берешь такие наклейки? Вообще, откуда вы, ютуберы, берут такие дорогие наклейки? Почему у меня нету скинов с такими дорогими наклейками? А я когда поеду в Египет?
Ну что же, ребята, прямо сейчас, на данный момент, этот аккаунт уже стоит 493 тысячи голдишки. Давайте посмотрим, что же еще есть интересненько. Я вижу очень крутой дигл с 4 дрэгонами, который стоит, ну, минимум плюс 2к. Плюс 2к, это прям база. Дальше я вижу кучу эпиков с крутыми, нереальными наклейками. Просто наклейки — это что-то с чем-то. Я вижу кучу, да уже пошли рарок, кучу рарок с дорогими наклейками. Но это минимум, то есть все, что мы видели, это плюс 10к, потому что наклейки очень-очень дорогие. Я отвечаю, это Тайгер Тайгер, он раньше был у меня на аккаунте, я не шучу. Вот это инвентарь. Так, а дальше у нас пошли, ребята, чармики, арканы, каждая из которых стоит относительно недорого, поэтому давайте плюс за все эти чармики, ну, плюс 5к. И плюс чарм бэкспот, который стоит 15к, итого, ребята, 20к. 20к за чармики, как вам такое? Ну, а теперь пошло самое-самое интересное, это, ребята, наклейки. Наклейки тут реально очень-очень дорогие, каждая из этих наклеек, ну, в среднем, ну, 1000 по 2 стоит. Давайте просто посчитаем, сколько их тут. 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Как же много тут наклеек. Ну да, эти наклейки чуть подешевле. 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 156 наклеек. Каждая из которых в среднем стоит по 2к. То есть это получается плюс 312к. Все эти наклеечки стоят, ребята, очень дорого. Потому что вот эти наклейки стоят по 300 голдишки, да? Но зато сверху наклейки стоят по 5к. Поэтому в среднем я посчитал, что они стоят, что каждая стоит по 2000, поэтому и вышла такая сумма. Дальше у нас пошли легендарные наклейки. Чтобы посчитать эти наклейки, это надо потратить кучу времени. Как же много тут наклеек! Ох, ребята, ну давайте я еще посчитаю, сколько стоит в итоге все эти наклейки, потому что этих наклеек тут тысяч пять, наверное. Все эти рарки. Я не знаю, сколько времени потрачу, но, наверное, очень-очень много. Ну что же, сейчас посчитаю и скажу вам, сколько стоят все эти легендарные, сколько стоят наклейки легендарки и наклейки рарки в сумме. Плюс 50к! Думайте, Свет, вот это вот все стоит плюс 50к! Ничего себе, как же их тут много! Ну что же, а прямо сейчас мы приводим на рынок мои запросы, и что мы тут видим? Шарп-кассики? Раз, два, три... Ого, как их много! Дальше, что у нас есть еще тут? Листаем, дальше вижу кучу шарп-боксов, прям просто куча, просто тьма. Дальше вижу кучу скорпион-кассиков! Обалдеть! А скорпион-кассики уже дорогие, каждый из них стоит по 200 голдишки. Тут уже, ребята, сумма поприличнее. Дальше вижу Райвел кассики. Еще и Райвел кассики есть. Райвел кассики стоят по 600 голдишки. Их тут тоже. Их тут тоже очень-очень много. Дальше вижу кучу разных аркан, кучу разных легендарок. Ребят, просто если я буду их считать поштучно, я потрачу очень много вашего времени. Поэтому я вам сейчас скажу итоговую стоимость. Просто сколько стоят вот все эти скины, которые находятся на рынке. И при том, большинство из них с дорогими наклейками. Вот я уверен, сейчас эти АКР некромансеры по-любому с дорогими наклейками. Да! Ну что же, ребята, я только что посчитал, сколько же все это стоит. Итого, ребята, этот аккаунт суммарно стоит, вы сейчас просто обалдеете, 989 тысяч голдишки. Я даже не знаю, что может быть дороже этого. Это просто что-то с чем-то, это нечто нереальное. Ну что же, ребята, а прямо сейчас мы переходим на наш следующий аккаунт самого популярного ютубера. Ну и наш самый популярный ютубер, это ютубер Арткул. У него чуть больше 1 миллиона подписчиков, и он буквально год назад начал снимать Stand of 2. Ну что же, ребятки, давайте смотреть, что же у нас по профилю. Я вижу лучший ранг рейнджер, то есть он уже даже стал почти киберспортсменом. Очень-таки неплохо играет, учитывая то, что он играет всего лишь год. Так, ну что же, общее время в игре 500 часов. Обалдеть, это просто нереально большой онлайн. Ребятки, переведите, пожалуйста, на дни, сколько это получается дней. Так, ну что же, смотрим дальше его клан. И как мы видим, в клане он лидер клана, у него свой клан, Арткул Киберспорт. Я не понимаю, почему именно Киберспорт, но пусть будет так. Дальше заявочки в друзья. Ну, тут мы, ребятки, видим то, что почти все места забиты, все как надо. Ну и теперь самое-самое главное, я достаю калькулятор и давайте считать, сколько же все его добро стоит. Так, ребята, очень даже интересно. 21 косарь у него на балике. Дальше 6 пар перчаток, это плюс 10к. Уже 31 тысяча. Дальше вижу ножи. Все эти ножички стоят примерно, ну, в среднем 1,5 косаря. Поэтому давайте посчитаем. 9 ножей на 1,5. Это получается плюс 13,5 тысяч. Окей, идемте дальше. Дальше вижу. А, еще один нож есть, я его забыл посчитать. Ну, значит, получается плюс еще 1,5 косаря. Так, идемте дальше.
дальше, дальше я вижу кучу крутых скинов с дорогими блатными наклейками. Фамбум с четырьмя арканами наклейками, еще очень крутым брелком, который тоже аркан. Это плюс косарик сходу. Дальше, статрек дробаш. Тут я вижу тоже очень крутой чармик. Чармик называется Бэт, как-то так. Он тоже стоит в районе косаря. И плюс сам по себе скин стоит косарь. То есть суммарно давайте плюс 2к. Дальше вижу эмка, НК и статрек. О, это очень крутая эмочка. Она стоит, ну давайте, плюс 3 косаря. Дальше М41 Ferocity. Это, если не ошибаюсь, уже дорогая эмочка. Она стоит 7 косарей, плюс 4 наклейки, плюс чармик. Ну давайте плюс 9 косарей, плюс 9000. М41 Year of the Tiger. Ребят, просто посмотрите на эти 4 крутые наклейки арканы. Ну очень такие крутой инвентарь. И самое главное, в этом инвентаре нету ничего лишнего. Так, ну и все-все-все, что мы видим прямо сейчас на экране. Ну это, ребят, давайте возьмем по максимуму плюс 20к. За счет крутых дорогих наклеек, за счет чармиков, потому что я вижу то, что скины тут реально крутые. Прям обалдеть. Так, идемте дальше. Дальше вижу AWM Facial Wrap. АКР-12 Хаун. Вот я знаю, что Холдик обожает девилиши. Тут еще чар Black Spot. Обалдеть. Так, а сколько стоит сам по себе скин? Сам по себе скин стоит 700 голдишки, но за счет девилиши и чар Black Spot это минимум плюс 25к. Ну это минимум АКР Некромансер с голдскулом. Чего? Вы че там сумасшедшие? Плюс 80к. Ну это самый-самый минимум. Дальше все эти остальные скины, что я прям сейчас вижу на экране, они все очень-очень крутые, они очень дорогие. Давайте я прямо сейчас посчитаю, сколько они все стоят, и скажу вам итоговую стоимость. Итого, ребята, все эти скинчики за счет крутых наклеек это плюс 15к. Так, идемте дальше. Нет, скины реально очень крутые. FNF Laser. Так, ну это плюс 15к сходу. А дальше вижу, тут всякие пошли рарочки. Ну давайте плюс косарик накинем за все это. О, пошли чармики. Пошли дорогие чармики. Пошли дорогие наклеечки. Ну ладно, наклеечки прям не супер дорогие. Но, тем не менее, тоже очень даже неплохо. Так, ну что же. Сейчас, ребятки, я посчитаю, сколько стоят все эти чармики и все эти наклейки. И скажу вам финальную стоимость. Итого, ребята, все это добро стоит плюс 5к. Ну что же, давайте посмотрю запросы. Запросы на продажу, на покупку ничего нету. И давайте-ка я вам скажу итоговую стоимость этого аккаунта. Ребята, вы будете очень сильно удивлены, потому что этот аккаунт стоит 222 тысячи голдишки. Я думал, это будет самый дорогой аккаунт, но увы, ах. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, если вам понравилась подобная рубрика, прямо сейчас прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также не забываем подписываться на мой канал, потому что я там разыгрываю 5 косарей голды бесплатно просто за подписку. Ссылка в описании. Всем пока!